На улице Раковская 2Е произошло необычное происшествие. Кран опрокинулся на микрогрузовик с пиломатериалами. По предварительным данным, никто не пострадал. Еще одна авария произошла на улице Некрасова. Автомобиль Subaru Forester оказался посреди дороги, лежа на крыше. По словам водителя, который пожелал остаться неизвестным, его подрезала машина такси. Владельца опрокинутого кроссовера подвел видеорегистратор, который не зафиксировал произошедшее. Поэтому, кто виноват в ДТП, позже решит комиссия по дорожно-транспортным происшествиям. Час дня на перекрестке улиц Некрасова и Ермакова 23-летний водитель, управляя автомашиной Subaru Forester, превысил установленную скорость, в результате чего, не справившись с управлением, совершил опрокидывание на крышу. К счастью, никто не пострадал. Автомобиль перевернулся на крышу, но водитель цел и невредим. Лишь небольшая ссадина на локте. Вызывать подмогу для того, чтобы поставить машину на колеса, не пришлось. Водитель с товарищами справились своими силами. Буквально через полтора часа после аварии автомобиль вернулся в исходное положение. Правда, самостоятельно покинуть место ДТП машине не позволило разбитое вдребезги лобовое стекло. Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс.